Как мы подходим друг к другу? Серьезный, как я не знаю кто. Very much. Такой чудесный мужчина, очень серьезной наружности. This is gallery. Не галерея, это как школа искусств. Вот это что. Нам разрешили зайти и снять видео. Розы, как красиво. Я обожаю вот эту манеру. Сама когда немножко баловалась, я вот в такой манере пыталась так маски накладывать. Годы. Красивая, очень похожа. Акриловая краска. Симпатичный такой вид у нее. Пока-пока, Роза, я ухожу. Очень ты красивая, Роза. У меня билет в Стамбул куплен на 25 число. Поздно вечером. И полон чемодан у меня подарков не для Селима. А Селиму я купила одну только футболочку, которую показала на своем блоге. Вообще ничего не планировала покупать, но купила на Тенерифе, потому что попалась моя любимая фирма. Ну, мы специально съездили. Было время, короче говоря, с Марией. Я ему купила футболочку, которая ему очень идет. Ну, так вот, здесь написано шампунь. Он такой хорошенький, маленький, небольшой. Как раз вот я с собой не повезу. Сейчас попользуюсь, потом Селим заберет, да, пользуется. И написано на нем здесь. Вот тут даже написано шампунь, и я так поняла, что шампунь. А тут написано, что увлажнение, написано органовое масло, если я правильно говорю, органовое масло. Пантенол, кератин. Что еще нужно? Дешево, сердито и красиво. Все культурно, вот в такую сумочку мне положили. И здесь еще есть карандаш. Ну, я сейчас его открою, я пока не знаю. Я просто выбрала быстренько черный и глазки подведу. Все равно ничего сижу не делаю. А я и не видела. Карандаш-то называется «Скандальные глаза». 24 часа. О как! Ну ладно. Красит он классно. Очень замечательный. Жирный такой, знаете. Мне нравится вот леврек, да. Сейчас я скажу Селимчику, что я хочу леврек. Какой красивый салат, Ашка. Нормаль. Красивый. Итальянский салат алабилир мис? Скажите же красивый салат. Что нормаль? Мужчина мой красивый. Салат красивый, и я красивый. Маслечко полепа. Да красивая какая женщина. В украшениях вся. И смотрите, как нам поливают. Супер. Кофе тоже мне красивый принесли. Сегодня все красивое. А, кстати, вот видите, мне турецкий принесли. Ну, разочек можно выпить. Какой красивенький леврек. С каким-то фруктом даже. Вот так, и приятного аппетита. Вкусненький виноградик муж мне купил. Сейчас ночь. Он холодненький. Я его намыла и буду есть. Приятного аппетита!